Слушай, тебе идет, мама нас убьет, ребята, реально. Заходит, ты опускаешь глаза, как бы, типа ты такая виновата, если она у тебя будет спрашивать. Так, все, хорошо. Пришла, у вас нет и дома. Ой, иди сюда, я хотел тебя, жду, чтобы ты это. Что случилось? Ребята, всем привет! Вы на канале Видео Бэйби Лайф или на канале Видео Бэйби? У нас два канала. Подписывайтесь, ссылочка в описании. С вами сегодня наш котик. Самый красивый котик наш. Наш любимчик Хамерунька. Скажи всем привет. И я. Скажи. И Лерунька наша, да? Ребят, в общем, у нас сегодня такое задание. Мы решили сделать над нашей мамулей пранк. Смотрите это видео до конца. Вообще не проматывайте, не переключайтесь, потому что мы сегодня проверим, какая наша мама, как она реагирует вот на такие вещи. Расскажи, что сегодня будет. Лер, расскажи про эти татуировки, где ты их взяла, вообще все по рассказу. Я заказала их на Алиэкспресс. Сегодня у нас будет первый пранк над мамой, потому что мы над ней пранк еще не делали. Это будет вообще первый пранк, мы посмотрим на ее реакцию. Ребят, первый пранк на канале. Кстати, если вы хотите заказать такие татуировки тоже и разыграть кого-то, то заказывайте на Алиэкспресс, ссылка в описании. Да, мы оставим ссылочку в описании, можете купить такие же татуировки. Сейчас будем пробовать. Ты распечатала, да, уже? Угу. Ну, видишь, под белую футболку как раз, я думаю, они будут видно. Ребята, я помогу Лере в этом пранке. Я буду участвовать точно так же. Давай сделаем так, типа, якобы я сам увижу, что это, что ты наделала. Мы ей там позвоним, короче, поняла, скажем. А ты правильно? Да? С этой стороны? Угу. Ну, подожди. Ребят, сейчас будем смотреть, как оно будет. Вот футболку. Ух ты, слушай. А прикольно выходит, Лер. Это, наверное, надо... Подожди. Наверное, надо еще чуть-чуть сюда опустить. Да? Ну, ребят, видно вам? Блин. Ты его не растянешь. Растяну. Оно ж как-то тянется. Тебе надо, получается, вот здесь. И тебе надо что-то одеть. Либо браслет. Вот, бери два часа. Ребята, реально похоже. Слушай, тебе идет. Я бы хотел, чтобы ты себе татуировку надела, честно. Но не такую. Если бы я тебя в таком увидел бы, не, я бы, наверное, был бы против, если бы именно такую большую. Я тоже тебе... против такой. Ну тебе идет, Лерка, ребят, скажите, ей идет. Офигенно. Ты в натуре как, слушай, это такие можно фотосессии делать. Я говорю, ребят, я так на улицу не пойду. Они настоящие, у тебя как настоящие татуировки, посмотри. Вся рука облегает. Надевай вторую. Одевай вторую. Можно одну давай? Нет, будет две руки, будет классно татуированы. А тут я как закрою? Вторые часы? Одну думаешь? Да. Две не надо? А давай я просто померяю, как оно будет вот сейчас. Оно у меня тоже идет? У тебя вообще нормально. Офигеть! Вы посмотрите! Настоящая татуировка. Офигенно! Слушай, я тебе говорю, Лера, я не знаю, что это будет. Нас убьют. Уже не надо ее лучше так разыгрывать. Я уже что-то боюсь. Она поверит. Я тебе говорю, серьезно, она поверит. Уже мы так и скажем, зай, прости, мы это. Мы переборщили. Мы с Леркой, короче, набили татуировки. Мы уже вдвоем или лучше одну ты? Я не знаю, как лучше сделать, как ее разыграть. Вдвоем пришли? Она тебя убьет тогда. Она меня тогда убьет, что я тебе разрешил. Красота, блин, Лер. Мы такие, знаешь, подходим, да, друг к другу с такими татуировками. Точно папа и дочка. Готово? Ребята, смотрите до конца. Я не уверен, что этот пранк получится. У нас все пранки правдоподобные. Возможно, и не выйдет. Но все равно смотрите, чем это закончится. Я сейчас звоню маме. Окей? Так, готово? Страшно? Переживаешь чуть-чуть? Блин, мама нас убьет, ребята, реально. Чувствую, будем мы сегодня спать на бульваре. Так, катушка твоя готова? Все. Я там только сделала, болит, не трогай. Камеру где ставим? Ставим камеру. Сейчас я расчешусь. Так, давай сначала я позвоню. Слышишь, она все равно сейчас не придет. Расчесывайся. Алло. Привет. Привет. Это, ты когда будешь дома? Сейчас зайду еще в один магазин и уже иду домой, собираемся. Буквально минут через 10. А через сколько приблизительно? Потому что я хотел выходить. А, через 10, да. А, через 10, потому что Лера тоже уходит на тренировку, и мне надо идти. А у меня ключей нету. Я еще и тебе звоню по этому поводу. Да, сейчас я тогда
быстро забежу в магазин и все. Да, давай, буду... Наташ, быстрее, потому что, ну, реально, и она опаздывает на время. Все, давай, мы тебя ждем. Хорошо, давай, сейчас. Ага, уже... все, мы тогда одеваемся. Хорошо? Да, да, да. Давай, хорошо, давай. Да. Ребят, сейчас она придет. Все, готовься. Камера. Быстро, блин. Камеры ставь, блин. Куда эту камеру? Ребята, сейчас будем где-то камеры расставлять, не знаю как. В общем, смотрите. Ходит, ты опускаешь глаза, как бы, типа, ты такая виновата. Если она у тебя будет спрашивать, что ты над... Если будет спрашивать, что ты, что она, ну, скажешь, я пришла маленькую татуировку, я не видела, что мне сделали. Ладно, ребят. Иди давай уже. Так, все, хорошо. Ой, иди сюда, я хотел тебя, жду, чтобы ты это... Что случилось? О боже, что это? Ну, я не знаю, Наташа, я сам в шоке. Лера, мы с тобой договаривались. Я это шокирован. Что, татуировка? Я шокирован в таком... На всю Наташа, руку? Я был в афиге. Лера, мы с тобой договаривались вот тут возле плеча. Женя, где ты был? Она мне звонит, говорит, я маленькую татуировку буду делать. Я ей разрешил. Я даже подписчикам никого не говорил в Инстаграме. Лера, а как ты будешь ходить? Ну, хватит кричать. Лера, Лера, это ж ненормально. Это ненормальная ситуация. Тебя в школу не пустят, Женя. Ну, ты же взрослый человек, ты с ней же, ты с ней ходил, я не пойму. Нет, она мне позвонила, она мне сказала, что я буду маленькую татуировку. В какой мере право тебе сделать, ты несовершеннолетний ребенок? Татуировки нельзя делать без разрешения родителей. Лера, как ты будешь ходить? Как, вот что ты придешь в школу скажешь? Я не знаю, а есть какое-то средство, я не знаю, там, выводить или, знаю, я знаю, хноя, то можно выводить. Тебе хноя это делали? Нет. Это что, еще скелеты какие-то? Так это ей, наверное, хной делает. Лера, ну ты... Лихна. Это Лера, что, скажешь, настоящая тренировка? Это все как это? Как это, Лера? Я не пойму, Лер, ну так нельзя. Ты взрослый, ответственный человек. Почему ты не сказала ничего родителям? Я не пойму. Что это такое? Да, я не знаю. Нет, это, наверное, хной. Это хной набит. Да лихна. Это тебе... Я а не что знаю, ты скажешь, что это тебе татуировка набит? Да. А ну да, я посмотрю, хна это или не хна. Оно болит, аккуратно. Нельзя тебе больно, трогать? Тебе больно били? А, и там сильно... вот так вот перематывают, там да, вот этой клеёнкой? Да, оно больно. Я сняла ее. Оно печет сейчас? Дай мне, пожалуйста, номер телефона того салона, нет, где тебе сделали татуировку. Я позвоню. Ну что это такое? 14-летний ребенок, это же нельзя. Печет? Да, не трогай. Оно свежее, блин. Это тебе полностью по всей Лере. Давай повезем, пусть она выводит. Ну я не знаю, а ну как, ты ну, как она говорит, будет ходить? Ну, Лер, ну ты гонишь. Ну это же ненормально вообще. Ну, тебя что? Просто изуродовали. За, я еще не знаю. И скелеты, что это такое? Да, да, нет, я хватит кричать. Да, я хоть посмотрю, я боюсь трогать. О боже, Лер, блин, ну ты не могла хотя бы, я не знаю, птичку какую-то набить. Она мне сказала, что она маленькую набивает. Стой, подожди. Лер! Ты знал это? Да. Ты знал это? Да, это мы тебя пранканули просто. А что? Подожди, я ничего не поняла. Да это пранк, в общем. Это рукав обычный, вот он надевается. Ну это чулок какой. Да, это типа под это. Ты что, повелась? Это, да. Надень себе на руку. Так. А похоже? Подожди, это вы колготки какие-то обрезали, вот эти вот капронки? Нет, это татуировки, имитация татуировок, продается на Алиэкспрессе. Это боже, это какой-то чулок, реально просто. Ну ты ж поверила? Не, ты поверила вообще? Не, ну оно как настоящий выглядит. Ну смотри, если тебе набить вот такую штуку, ну просто, Лера, чуть-чуть тут уже... Да не, я понимаю, смешно, но у меня сейчас колотится сердце, потому что я испугалась, как теперь в школу. Ну, ее реально исключили за школу. Так, посмотри, вон тебя снимает камера. И вот. И вон камера еще. Вы что, ненормальные? Ну, мамуля, мы решили сделать над тобой пранк. Да у меня сердце все колотится. Ну, я тебе скажу, у тебя хоть, слава богу, еще реакция. Я понимаю, блин, если бы я такую видел,
Я честно, я бы, наверное, сознание выкупал. Не, у меня сразу перед глазами школа. Как, ну ты представляешь, как она придет в школу? Ты сразу поверила, что это да, настоящая я... татушка? Ну, оно издалека... Не, вот так, когда вблизи, ну оно уже, как-то... Уже не похоже, да? Да, оно не похоже. А когда издалека ты заходишь, и еще когда видишь, что у ребенка 14 лет тату, и как она 1 сентября через пару недель пойдет в школу, то, конечно, ты знаешь, наверное, не видишь, что это чувак. Нет, а фу, ну, мы с тобой справились, давай. Красава. Боже, какие вы ненормальные. Я вас вот так. Ребят, первое видео, первый пранк мы пошутили над нашей мамулей. Так что я думаю, все получилось. Надо больше шутить надо мной, у меня теперь голова болит. Да ладно, зато все получилось. Хорошо. А вот можно так. Его на ногу одеть? Не, не надо, и у нас еще есть один. А можно его на голову? Папа пробовал. Ты пробовал на голову его? Я хотел на голову, у нас еще есть. Не, ну он классный. Смотри, это темнее. Это темнее. Это, кстати, тоже. Я как одевал, у меня вообще... Ну, это, наверное, больше на мальчика, наверное, на загоревшую руку, знаешь? У меня вообще как один в один, как татуировка выходит. А можно ж так на ногу? На ногу можно точно так же, да, одеть. Ну, Лерке идет очень круто. Не, ну я реально, ребят, переволновалась вот это за школу, сейчас... Ребят, ну что, я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте пальчик вверх. Видео каждый день. Завтра смотрите видео на канале Видео Бэйби. Будет очень крутое видео. Мама против папы. Смотрите, кто выиграл. Всем пока.